Юлия Меньшова сбежала из России после публичного позора. Не все популярные телеведущие получают комплименты от зрителей. Юлия Меньшова всегда была известна благодаря своей сдержанности, таланту и красоте. Однако постепенно телеведущая начала сдавать свои позиции. По мнению телезрителей, Юлия Меньшова в последнем выпуске программы «Сегодня вечером» говорила не впопад. Никто не мог понять, что происходит с популярной телеведущей. Телезрителям не понравилось, как вела себя Юлия, обращаясь с Григорием Лепсом на трансляции шоу. «Мы в шоке от комментариев Юленьки. Это ж надо, так не думая говорить». На комменты Лепса о пении своей дочери она практически утверждает его слова и говорит: «Да-да, очень честно сказано, что спела плохо», – написал пользователь сети. Также многие отметили, что ситуацию спас Максим Галкин, который удачно пошутил. Выпуск для многих показался напряженным. По мнению поклонников, Юлия волновалась и не могла совладать с собой. Это непростительно для телеведущей, которая всю жизнь работает на публике. Юляшка, недолго думая, вскоре выдает еще один перл. Оказывается, Панайотов, позвав с собой на конкурс Инну, тем самым испортил ей жизнь. «Ну не дура, а?» – удивляется зритель. Меньшова пока никак не реагирует на слова, написанные пользователями сети. Многие телезрители считают, что Юлия Меньшова потеряла себя, и ей не следует вести программу. Кто-то написал, что артистке нужно зарабатывать на жизнь, и она вынуждена браться за любую работу. Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда телеведущая ведет себя несуразно.